Привет-привет всем! Очередная посылочка с Алиэкспресса. Обыкновенный бумажный пакетик. Я думаю, что я его даже очень легко могу открыть. Открываю. Вот. Слышите, такой вопрос. Давайте я его выну. Я знаю уже на ощупь, что это такое. Ну, в общем, вот это вот такая вот силиконовая. Ох, какая она большая, хорошая. Силиконовый коврик для того, чтобы на кухне мне можно было класть посуду. Потому что у меня железная раковина, и на ней остаются такие пятна, которые потом каждый раз нужно будет чистить. Заказала я его 30 ноября. Они мне его долго не высылали. Выслали 4-го его. Вот сегодня 9-й. Сегодня я его получила. В общем, ну что, мне нравится. Стоит он 8 евро. На русский, если умножаем на 70, ну, где-то 500 с чем-то он получается. Чуть больше, чуть меньше. Вот, ну что, он такой розовый. Там разные расцветочки. Вот, если кому-то интересно, переходите, смотрите. Оставлю вам. Вот он замечательный, мягенький. Оставлю вам ссылочки. Ну что, всем пока и до новых встреч.